Всем привет! Сегодня у меня будет небольшой обзор, посвященный вот этой мышке. Это Roccat Kone Pro Air. Некоторое время назад у меня на канале уже выходил обзор на Roccat Kone Pro, но та мышь была белой и с проводом, а это, как вы поняли, черная и без провода. И собственно из-за того, что на канале уже есть разбор этой мышки в проводном исполнении, сегодняшний обзор будет не полноценным, а скорее дополнением к тому ролику. Если вы его по каким-либо причинам не смотрели, то советую это исправить и взглянуть на него. Это бесплатно и будет полезно для понимания контекста этого обзора. Продается Kone Pro Air вот в такой вот коробочке. Оформление красивое и информативное. Перечислены и основные спеки, и некоторые фишки этого грызуна. Внутри коробки мышь, ресивер, запасной комплект ножек, инструкция и кабель для зарядки с Type-C штекером на одном конце и Type-A разъемом на другом конце. Переходника для соединения ресивера с кабелем нет, что, конечно, не очень здорово. Внешне черный Kone Pro Air выглядит заметно хуже белой версии. Конечно, внешний вид это дело субъективное, но лично я бы из двух мышек однозначно выбрал бы себе белый вариант. Там и детали корпуса лучше заметны, и логотип как-то краше смотрится. А черная версия это просто кусочек скучного пластика. Про подсветку особого смысла говорить нет. Смотрится она, опять же, на мой субъективный взгляд, не так круто, как на белой версии. А вот что я знаю точно, так это то, что на беспроводной мышке лучше не тратить ресурс аккумулятора на бесполезную подсветку ладони и комнаты. Поэтому, по большому счету, как выглядит подсветка на беспроводной мышке, не важно. Все равно большинство из вас ее выключит и таким образом поступит правильно. С потерей провода и превращением из привилегированной белой мышки в черный уголек форма этого грызуна не изменилась. И это хорошо, ведь Kone Pro в плане формы получилась весьма удачной. И в этом смысле я полностью согласен с громким заявлением Roccat на коробке. Это лучшая итерация Kone. Мышь не слишком маленькая и не слишком большая. Если же вы кайфовали от Kone Pure, то Kone Pro будет вам велика. Ну а если для вас идеал это Kone XCD, то Kone Pro возможно будет слишком мелкой. Но для большинства, у кого ладони среднего размера, именно Kone Pro будет тем желанным размером, которого у Roccat ранее не хватало. Как и прежде, Kone Pro, на мой взгляд, лучше всего зайдет тем, кто играет когтем и ладонным хватом. Причем, несмотря на своеобразные изгибы корпуса, в целом форма дружелюбна к любому расположению пальчиков на ней. Ну, в пределах разумного, конечно. Единственное, что может несколько стеснять свободу безымянного пальца, так это наплыв правой кнопки на боковину. В остальном же все предельно понятно и универсально. Сверху пальцы можно располагать как угодно. Лично мне комфортнее в 1.2.2. Гибрид, где сразу два пальца лежат на правой кнопке, тоже вполне реален. 1.3.1 возможен, но надо понимать, что площадки для отдыха среднего пальца перед колесом прокрутки нет, и поэтому палец будет лежать всегда на колесе, и при игре можно случайно колесо туда-сюда двигать. И если у вас есть какой-нибудь бинт на колесо, вряд ли вы оцените такой случайный характер поведения вашего виртуального аватара. Сборка и покрытие особых изменений не претерпели. Собрана мышь очень достойно. Ничего не хрустит и не люфтит. По крайней мере, пока мышь новая. Со временем на белой мышке у меня появился небольшой люфт боковины в районе правой кнопки. На беспроводной версии он тоже есть, но нажимается боковина не так охотно, как на белой версии. И при всем при этом я бы не назвал этот момент какой-то весомой проблемой. Просто надо было к чему-то придраться. Вот я и придрался. Покрытие же мне нравится. Тут оно в меру цепкое и практичное. Хотя, может, верх будет чуть лучше полироваться на черной версии, чем на белой. Ну, вернее как, полироваться они будут одинаково, но заметен этот износ будет сильнее на черной версии. Впрочем, за то время, что у меня была белая мышка, там покрытие не проявило износа. Думаю, черная в этом смысле пойдет по стопам белой мышки. С основными кнопками никаких перемен. Их основная беда это оптические микрики Titan Switch, которые тактильно не так хороши, как механические микрики от Хуана или Кейл. Привыкнуть к свечам можно, и со временем их невнятную настройку можно даже перестать ощущать. Но если взять и сравнить нормальный микрик и оптический Titan Switch, то в тактильном плане вы получите что-то по типу брокколи вместо вкусного двойного чизбургера. Но у оптики есть и плюсы. Ресурс у свечей выше. Никаких ложных двойных нажатий нет и не предвидится. Ну и быстродействие тоже будет отличное. Так что часть тактильных минусов Kone Pro Air зачеркивает быстрыми и ресурсными плюсами. Боковые же кнопки отличные как с точки зрения подгонки, так и с точки зрения клика. Панели крупные, нажимаются легко и слайдом, и простым нажатием. Расположены удачно и в целом вопросов не вызывают. Колесо тоже вполне хорошее, ну по крайней мере пока оно не начнет глючить. Болванка тут металлическая и она оригинально приятная. Клик у колеса тоже правильный. Подгонка колеса в корпусе превосходная. Но вот к энкодеру вопросы есть. Во-первых, есть сообщения в интернетах, что спустя время колесо начинает глючить. А во-вторых, из коробки энкодер немного зажат, отчего прокрутка не такая приятная, как могла бы быть. И кстати, из-за зажатости энкодера отсечки у колеса тоже немного страдают. Впрочем, со временем энкодер разрабатывается и прокрутка становится более свободной, а фиксация более четкой. Ну а фантомные скроллы лично у меня на белой мышке так и не появились. И я склонен верить, что проблема скролла это не правило, а скорее исключение. Дополнительных кнопок у беспроводной версии особо нет. По-прежнему все, что есть, это кнопка на дне, которая меняет профили. Там же на дне находится и рычажок для включения и отключения мышки. Он трехпозиционный и позволяет выбрать либо режим Stellar Wireless, либо режим синего зуба. Также на дне можно обнаружить две большие тефлоновые ножки и колечко вокруг сенсора. Тефлон приятный, а края у ножек скруглены, и как итог скользит мышь по коврику достаточно хорошо. Но вот толщина ножек не впечатляет, так что возможно запасной комплект ног потребуется раньше, чем изначально предполагаешь. Весит беспроводная мышка чуть больше проводного варианта. Тем не менее, мышка в руке не ощущается тяжелой, а вот не идеальный весовой баланс вполне ощущается. Зато мышки тяжелее переда, так что поднимать мышь не так удобно, как хотелось бы. Касаемо беспроводной связи, то тут ситуация следующая. В Kone Pro Air стабильность работы беспроводного соединения Stellar Wireless лучше, чем на Burst Pro Air, но все равно связь не идеальна. Является эта неидеальность проблемой при повседневном использовании? Нет. Если не делать специальных измерений, то о проблеме вы и не узнаете. Но все равно по стабильности отправки данных это далеко не Razer и не Logitech. Что касается автономности, то тут тоже далеко не 100 заявленных часов. Реально можно рассчитывать где-то на половину от того, что Roccat написали на коробке. А вот режим Bluetooth вопросов лично у меня не вызвал. С этим протоколом все работало стабильно. Стабильно медленно, но без единого разрыва и даже через стенку. Для зарядки мышки Roccat предлагает использовать вот такой вот кабель. Он вполне нормальный, с ним даже можно без проблем играть. Но то, что нет переходника на ресивер, это, конечно, эпик фейл. У меня для обслуживания этой мышки на компе потребовалось сразу два USB порта. Один для ресивера, один для кабеля для зарядки. Впрочем, с одним портом тоже можно работу организовать. Вынимаем ресивер, втыкаем его в отсек на дне мышки, в освобожденный порт втыкаем кабель и заряжаем мышь. Далее ждем. По окончанию зарядки отключаем кабель от мышки и от порта и обратно втыкаем ресивер. Возможно, с третьей попытки он туда воткнется. В Roccat Kone Pro Air стоит сенсор PixArt 3370, который Roccat решили назвать Owl-Eye. И в отличие от Burst Pro Air, Kone Pro Air из коробки работает хорошо. Желе нет, позиционирование четкое и понятное. Но и сильные стороны 3370 в Kone Pro Air тоже видны. Хороший трекинг и отличные показатели динамики на месте. Высота отрыва поддается регулировке. Ну а реальные значения DPI, конечно, не совпадают с тем, что должно быть, но в целом отклонение стабильное на всем диапазоне. Шаг смены DPI равен 50. Частота опроса регулируется в привычном диапазоне от 125 Гц до 1 кГц. Настраивать Kone Pro Air можно с помощью Rocket Swarm. Это в целом неплохое программное обеспечение, но лично на мой взгляд внешне оно выглядит несколько устаревшим, или вернее застрявшим где-то в прошлом. Впрочем, в плане функционала все окей. Единственное, что я не одобряю, так это какие-то калибровки, которые непонятно что делают. Калибровка DPI на выходе выдает каждый раз рандомное значение от 400 до 12000 DPI. Что конкретно делает эта функция и зачем мне этот рандомайзер, мне даже спустя два обзора так и не стало понятно. Но я готов многое Roccat просить за функцию Z-Shift, которую они открыли миру. Поэтому не буду сильно их ругать за немного устаревший и перегруженный софт. Ну и так получается, что на этом я вам рассказал все, что хотел про Roccat Kone Pro Air. И мое заключение будет примерно таким. Если хотите Kone Pro, то берите проводную версию. Там ноль проблем со связью, она будет дешевле, ее можно использовать с подсветкой, и стоковый кабель слабо сказывается на удобстве игры, да и вес на проводной версии будет ниже, а баланс лучше. Беспроводная же версия более компромиссное решение, и причин, по которым стоит брать именно беспроводной Kone Pro, я особо не вижу. Брать Kone Pro Air можно только в том случае, если его форма для вас неповторимый идеал, а кабель при игре несовместим с вашими религиозными убеждениями. Во всех же остальных смыслах есть альтернативы лучше, например тот же Razer Deathadder V3 Pro, он выглядит, если честно, как гораздо более разумная и правильная альтернатива Kone Pro Air. В общем, резюмируя я этот обзор так. Откровенно криминального в Kone Pro Air ничего нет. Но ее проблема это конкуренты, которые во многих аспектах дают больше за схожие или меньшие деньги. И в вакууме Kone Pro Air это хорошая мышь с хорошей формой и начинкой. Но если брать в расчет рынок, то тут Kone Pro Air уже сдает позиции, откатывается лично у меня вниз списка желанности. Ну и на этом, пожалуй, все на сегодня. Спасибо, что смотрите мои видео. Если то, что вы сегодня увидели, вам понравилось, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от CustomMate, с продаж которого я получаю небольшую комиссию. Также прошу всех подписываться на мой Дзен-канал, так как не факт, что с ютубом у нас не случится какая-нибудь непредвиденная фигня. В общем, сегодня, как и всегда, у микрофона был я, Тушал. Всем пока и до скорых встреч на канале ProDevice.